Вяжем столбики с накидом. Делаем накид на крючок и втыкаем крючок в первую петельку, воздушную петельку. На крючке у нас 3 петли. Сейчас мы их поочередно по 2 подхватываем рабочую нить через 2 и еще раз через 2. Вот у нас получился столбик с накидом. Делаем накид, втыкаем, захватываем рабочую нить. На крючке 3 петельки. Захватываем рабочую нить, провязываем 2 петельки, захватываем рабочую нить, провязываем еще 2 петельки. Так вяжется столбик с накидом.